Итак, приветствую вас, дорогие друзья. Начинаю вторую часть своего видео. Сегодня 1 мая. Да, и я уже и предыдущее видео тоже вам показывала от 1 мая. Но сегодня я пошла в Бенишов посмотреть ярмарку бенишовскую и как Бенишов празднует 1 мая. Праздник мира и труда, международный наш. И, конечно, я пошла ровно к 9 часам утра, чтобы все это зафиксировать, чем это все начинается. Конечно, я вам покажу это все в сокращении, чтобы это не было слишком долго и нуторно. И там, где, в общем-то, была музыка такая, через репродукторы искусственная, я, конечно, не буду рисковать, я поставлю иногда музычку, которая разрешает YouTube. Но где живая музыка, я надеюсь, что можно, потому что никто не предъявит мне авторские права. Те мужчины, которые играли и пели там, например, на духовых инструментах. Итак, посмотрите, что там происходило, этот детский концерт. Щоб моя стейка ще й відповіділа, сто сніг знеділа, любов на страну сіла, про те, що сен шварнинах собі заспівам. Сто сніг знеділа, любов на страну сіла, про те, що сен шварнинах собі заспівам. Я его сарка мала,
над поеду, я голоса не пойду. Ліпи на мне, гай не чищел, он мне взял секеру. Ліпи на мне, гай не чищел, он мне взял секеру. За два злоти, а топорко за долар. Ліпи на мне, гай не чищел, он мне тоже кров зал. Ліпи на мне, гай не чищел, он мне тоже кров зал. Жадний не вбій, як то я, як це сече Отавичка. Жадний не вбій, як то я, як це сече Отава. Отава се пікне сече, як обліж се полабличе. Жадний не вбій, як то я, як це сече Отава. Перехожу на другую площадку. Детский концерт закончился. Идем на следующий. Будет пробегать от 10 часов до 17:45 минут. Ага, объявляет программа, какая будет дальше. Целый день до вечера. Пойду прогуляюсь дальше, посмотрим, какая здесь ярмарка, что здесь предлагают. Светит солнышко сегодня, все благодарят Вселенную за хорошую погоду. Так, обойду вокруг, по кругу, посмотрю, что здесь продают. Конечно, я вам уже всякие здесь торги показывала. Здесь, в общем-то, ничего такого особенного, как всегда. Все люди, конечно, там на концерте. Конечно, у многих дети учатся в этой музыкальной школе. Там родители, бабушки, дедушки. Конечно, там не подлезть, даже поснимать.
Так, здесь даже не обязательно комментировать. Это на светилку, да? Да, на свечку. На свечку. Угу. Конечно, перед тем, как пойти на этот весь праздник, я посмотрела программу целого дня. Я сейчас вот работаю над этим видео, сейчас еще только как бы полдень, чуть больше полдня, но будет программа и до 6 часов вечера. Ну, я бы целый день не смогла там быть, а потом и все снять бы, и это не смогла, это нереально. Но самое главное, после того, как я посмотрела вот этот концерт народный, вот этот в народных национальных костюмах, я, главное, хотела вам снять мажорецки. Эти мажорецки, которые очень, в общем, маршируют очень красиво. И они каждый год, 1 мая, мажоретки обязательно. Я специально дождалась этого часа, но к тому времени, когда уже пришли мажоретки, конечно, народ нагромаждался на площади огромное количество. И мне было очень тяжело снимать. Мне постоянно мешали какие-то головы, особенно уже когда мажоретки. Так и так-то мешали перед этим, но все-таки. Так вот, посмотрите, как они работают. Музыку, конечно, буду кое-какую заменять. А также взгляните на Бенишов. Какой он неузнаваемый. Такое чувство, что вывалился весь народ, и все пришли в одно место. Посмотрите, сколько народа в Бенишове. Я встречала своих старых знакомых, узнаваемых и неузнаваемых. И, конечно, я вот на одном из кадров вам показываю, как один мальчик продавал цветы керамические. И сказал, что это они делают сами, что это у них семейный бизнес. И я вам тоже покажу, что я себе тоже пару таких цветочков купила. Вот я вам покажу, каких пару цветочков я тоже выбрала для себя вот в эту вазочку. Вот. Один цветочек был 35 корон. Ну, а также я боялась вот эти вот очень такие, они на деревянных палочках, очень колючие, очень боялась, чтобы я никого не кольнула, старалась их нести осторожно.
духовым оркестром. Или нет, музыка духового оркестра. Очень в Чехии любимая, народная. Но живые музыканты, живая музыка, натуральная. Попробуем подлезть. Итак, дорогие друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, что вы увидели, все, что вы услышали, если вам понравилось это видео. На этом, дорогие мои, до свидания. До следующего видео. Желаю всем здоровья, желаю всем мира, добра и семейного счастья. До свидания.